О таких встречах население информирует заранее, поэтому жители микрорайона Забайкальский свои вопросы властям уже подготовили. Когда у нас проводятся такие мероприятия, я постоянно прихожу сюда. Если какие-то возникают вопросы, в общем-то, помогают всегда разобраться, подскажут, что, куда обратиться, и, в общем-то, это очень хорошо. Собираются ведомства в микрорайонах Улан-Удэ таким образом минимум два раза в год. И чаще всего от горожан звучат вопросы о дорогах, общественном транспорте. Не забывают и про бездомных собак. И привлекаем структурные подразделения администрации города, а также ресурсоснабжающие организации, налоговую инспекцию, пенсионный фонд, управление социальной защиты населения города Улан-Удэ в целях доведения информации до населения, то есть чтобы люди могли задать насущные вопросы, наболевшие проблемы. Нашла ответ на свой вопрос сегодня, как и многие, и Анна Васильцова. Получается, мне в водоканал нужно прийти, да, и заключить договор, и поставить прибор учета. Да, но первоначально мы должны определиться с точкой подключения. Либо вы с колодца подключаете, либо с подвала дома. Да. Все понятно. Спасибо. Если решить проблему на подобной встрече с властями с глазу на глаз прямо на месте не удалось, то проблему берут под свой контроль специалисты ведомства. Заявителю же остается ждать от них уведомления. Как правило, происходит это быстро и довольно эффективно. Илья Бельков, Евгений Павлов, Новости дня.